Щенок впервые в вашем доме. Как быть и как подготовиться к его приезду? Приезду щенка необходимо подготовить миски для воды и еды. Лучше всего взять щенку металлическую миску с прорезиненным дном, ведь щенку в силу возраста могут носить их и бросать их. Также необходимо заранее подготовить место для сна собаки. Если это собака, которая будет жить во дворе, то это будка и хороший просторный вольер. Если же собака будет жить в квартире, то необходимо заранее подобрать хороший лежак для собаки. Питание. Заранее обговорите с заводчиком, чем кормили щенка. И в первые дни придерживайтесь рациона и режима заводчика, а после переходите на нужный вам рацион. Малыши очень любят играть, поэтому заранее обдумайте, какую необходимо приобрести игрушку именно для вашего малыша. Ведь игрушка зависит от породы и от размера щенка. Очень важно заранее обдумать, сходить в зоомагазин и приобрести прекрасный подарочек для вашего будущего друга. Обязательно уберите все предметы с видимости, которые может проглотить ваш малыш. А также уберите все очень важные для вас вещи, которые могут быть уничтожены вашим малышом в силу его возраста. В первые сутки дома сильно не приставайте к щенку, дайте ему возможность освоиться, походить. Только после того, как щенок освоится и сам с вами играть. Не повышайте голос рядом с щенком, не делайте резких движений до тех пор, пока щенок целиком и полностью не освоится. Собака – это самое преданное существо на земле, и она обязательно полюбит вас на всю жизнь. Поэтому любите своего малыша, а он в ответ даст вам намного больше. Еще я хочу сказать, что, наверное, это самая-самая большая любовь и те прекрасные малыши, которые приходят в нашу жизнь, делают ее ярче. Спасибо всем, кто досмотрел это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!